отпускает точку, они будут угадывать до конца. Флешка полетела, но никого здесь нет на длине. Только сейчас они врываются. Это 3 минуса без шансов. Пока что 2 в 5. Ситуация Гоби Next. Ну, закрыто. Тут слишком уж грамотно играет команда Spirit. Это любо-дорого смотреть. Фраг, парад, карнавал, называйте как вам угодно, друзья. Но просто без шансов уничтожают. Вот пистолетка без потерь. Сейчас, походу, раунд без потерь. Вообще. Надо же, наверное, последний уйдет. Немножечко развелись соперников. И учитывая позицию Ксантароса, он успел поменять ее. Ой-ой-ой, флешка еще летит. Там десант от одного из спиритов. Да, получается все-таки или нет убить соперника Дима. Но немного ошибается сам Даенг. Добирает красного соперника Гоби. Тоже на змеи. И эта бомба устанавливается на Зиг. В принципе, все неплохо. Даже в ситуации 3 в 4 можно здесь разруливать. Ой, Сотфик, почему Гоби не смотрит на эту позицию? Вот, видит, не залетело. Ну же, и голова хорошая. Взорвался арбузик. Ну что же, 3 в 2. Да, Тизиан, Некс. Уже только Тизиан. Выход будет через контролский респаун. Да, в кост не отпускать соперника. И это уже работа от Сотфика. Играют несложно, просто. И это просто суперэффективно работает. А, молодцы ребята. Дима в итоге проходится по тапсу, но там шанса вообще не было. Сантарес неплохо. Есть хедшот по Диме. И прыв Гоби. Есть. Как же так? Бомба здесь на точке. Вся информация необходимая уже есть у бегов, но оружие намного круче. Вот спирит, и опять же простая ситуация. Принимаешь плен, спуск. Хотя Гоби, что ты делаешь, как? То Сапсон с АВП. Молотов на выход не самый приятный. То там длина тоже подключается. Попасть. Гоби, как принимает ее флешка, еще одна полетела. Минус Колди. Пока что все неплохо для команды BG. Тапсон. Еще один фраг. Слепая. Да. Ну и, конечно, теперь как же его пройти? Ха, вот так вот, сам Даянка. Теперь справа нужно Некса, еще второй такой хедшотик. Ой-ой-ой, не получается. В итоге 2 хедшота от Некса. Вот она, стрельба от него. Ой, какая опасная позиция пошла. Раскидка молотов на танцпол. Дима пытается загнать соперника, да, получается убить одного. И Некс погибает от Колди. Вот он, калаш сработал. Это очень плохо. Угу. Ой, смог под Гоба Би, молотов пошел принимать. Что там? Да, там вообще непонятно, что происходит в смоке. Вроде как Сантарес был все это время. В итоге Дима пытался выйти. Нет, не получается. Некс спину забирает Колди. Да, в кост! Как это дает он? Некс и Сантарес одного дальше Сотфика потерял. С другой ситуации у нас, возможно, будет флешка еще под Гоба Би. Да, получается в итоге забрать его. 1-2 ситуация. Да, Господи, как он это делает? 1-1 против Тизина. Аук против АВП. Это минус 4. Надо, возможно, эйс. 7 секунд ставить до конца сейчас этого раунда. Да, нужно ставить бомбу и потом уже играть по ней. А чего боялся Тизин? То, что его пикнут, надо было идти. Ну ладно, может. Вот чего он боялся. Очень важно в этой ситуации закрыть спину сейчас ребятам из команды Spirit. Там просвет, но флешка неплохая полетела. Тапсон горит в итоге. 8 секунд до конца этого раунда. Через смог залетает от Тизиана. Гоби, вот он выход в спину. Это минус Колди. Также падает Сотфик. Последний сам Даянг. Это испанские ящики. И все же времени не хватило. То, о чем мы с тобой уже говорили. Пошла какая-то информация, парни понимают, что это будет сплит-выход на точку. Сам Даянг получает хедшот. 26 хп. В итоге остается флешка. Еще одна полетела, нужно контр-агрессировать уже по этой длине. Нет, не получается. Тапсон убирает одного, второго тоже на лопатки. Сотфик падает, в итоге притяжка еще одного. Это Дима, который с МК должен хоть кого-то здесь забрать. Нет, Сантарес его переспреивает. И Тизиан закрывает Давкоса на дефолте. Должна быть притяжка. Сам Даян, флешка будет или нет, нужно как-то саппортить. Еще закидка от атаки массовая. Сантарес замечает одного. Какой спрей, перевод на Сотфика. Еще один хедшот на Диме. И только сейчас включается сам Даян, забирает бомбу. Но здесь Сантарес, король положения. Последний Колди. И он попадает под турка. На самом деле, на длине этого это будет очень сложно. Но и смог от сам Даянга того же. Нужно бросать его уже. Тут Тизиан должен выйти на свои фраги. Забирает туда Тапсон. Одного, второго тоже щелка Дима. На размене играет против Тизиана. Тапсон последний 1-1 ситуация. Он тащит ее. Дима падает. Взрыв. Это второе имя Сантареса в этом раунде. И еще и смог там от защиты был. Ты сказал, сказать, без цешки нельзя. Тизиан залетает в цешечку. Есть все гранаты. И вот сейчас. О, сам поставляется на воротах Дима. Это очень плохо. Нужно. Да, Колди все правильно делает. Великолепно, и бомбу выбивает. Ай-яй, да, Тапсен, врыв Сотфика контролирует, но при этом Колди играет еще одного, забирает. Были от тиммейтов с КТ спауна, и это было просто шикарно. Колди, минус 5. На 2 плюс 2 на точку А, но тут длина очень важна. Да, это сам Даянки одного и второго забирает. Я, может, там через секунду здесь оказаться. Ой-ой-ой, спрей Сантарес. Ну как же получается убить еще одного Дима? Врывается неплохо, в итоге это минус 2. Тизиан Сантарес падает, пока что преимущество для команды Spirit было нивелировано. Тапсен забирает Колди. Да, вот возвращается обратно Сотфик, но... Это видите, было слишком. Сам Даянга почитали. Легко. Первый минус для команды BIG. Вот он, выход. Второй. Через бортики. Сантарес забирает Сотфика. Некс работает против Давко.